my ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though. Я слышал твою историю и понимаю, как сейчас тебе тяжело. Не падай духом, мы не должны сдаваться. Даже только вперед идти. Ты должен быть сильным. Всевышний любит сильных. Мы с тобой, Абрумса. Думаю, что каждый человек в любой ситуации должен оставаться оптимистом и быть благодарным Всевышнему. Так как Всевышний сам говорит то, что если вы будете благодарны, то я одарю вас еще больше. И ведь все великие люди проходили через трудности, и проходя через них становились великими. И думаю, что поверив в себя, каждый человек может добиться всего-всего, чего хочет. И самое главное, будьте оптимистом и будьте благодарны Всевышнему. Ассаламу алейкум, брат. Мы знаем твою историю и знаем, что тебе сейчас очень трудно, сложно. Хочу сказать одно. Несмотря на то, все трудности, не сдавайся даже тогда, когда совсем тяжело. Бабур Мирза, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бабур Мирза, мы слышали историю, которая произошла с вами, а также о вашей мечте, что вы хотите стать врачом. Я вас не знаю лично, но я уже уверена, что вы очень сильный, очень волевой человек, потому что вы выбрали такую профессию, как врач. Это самая ответственная профессия, которая требует очень много сил. И уже выбрав эту профессию, это говорит много о вашем характере. Поэтому я уверена, что, иншаллах, с Божьей помощью вы справитесь со всеми трудностями и станете прекрасным врачом, в котором нуждается ваша страна. Мы с вами. Алейкум, Абу Нурза. Я знаю твою историю. Как говорится, Всевышний испытывает себе любимых людей. И, конечно же, ты должен с этим справиться. Ты никогда не должен сдаваться. Все у нас впереди. Я верю в тебя. Ла-ла-ла. Сізге жұртшыға берсін, сізге күш қуат берсін. Құшу, сіздің жақшы болып кеттіңізге, жақшы болып кеттіңізге. Сіз келешекте врач болғаныңызға бізді дұға қыламыз. Бұйырса, мен өзім центр травматологияда істеймін. Бізбен байланысыңыз болады. У тебя!